В Магадане завершился региональный конкурс «Учитель года». В нем приняли участие 7 педагогов из школ города и области. Соревнование началось 16 ноября, проходило частично в онлайн-формате. Итоговым заданием стал разговор с министром. Жюри оценивало информативность и понимание тенденций развития образования, масштабность и нестандартность суждений, аргументацию, уровень языковой культуры и личную позицию спикеров. Сегодня конкурсное задание – разговор с министром, которое является венцом всего конкурса, разговор заинтересованных профессиональных лидеров нашего магаданского образования. До этого прошли конкурсные задания, эссе, урок, внеурочное мероприятие, мастер-класс и публичная лекция. То есть в итоге 6 конкурсных заданий, 6 конкурсных испытаний, которые достойно прошли наши 7 участников. Цель конкурса «Учитель года» – создать возможность для самореализации и раскрыть творческий потенциал педагогов. Итоги регионального этапа подведут до 10 декабря. Победитель состязания представит Магаданскую область на федеральном конкурсе, который планируют провести весной 2021 года.